Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди принял участие в голосовании по поправкам в Конституции России. Свой выбор духовный лидер сделал в главном корпусе Дагестанского государственного университета в Махачкале. Что значит для верующего человека с точки зрения религии участие в жизни своей страны и в определении ее судьбы? Мы все граждане России, и нам не безразлична судьба нашей страны, поэтому если человек чуть-чуть беспокоится, переживает за свою страну, я думаю, голосовать это почти обязательно. Обязывать людей я не могу, это каждого человека свое право, но я бы так сказал.